The original link to the video will be in the description down below. Представьте, вас забанили, но не только на Твиче и от игры, которую вы любите. Вы забанены от всех игр, которые выпускает разработчик. Да, до этого были жесткие баны. Tyler One, Face Jarvis, I Buy Power. Но эта ситуация просто безумна, потому что этим разработчиком является EA. Этот человек был забанен от всего. Если вы не знали, то серия игр FIFA очень-очень-очень популярна с геймерской точки зрения. И да, гиберспортивная сцена игры выглядит малышом по сравнению с League of Legends или CSGO, но у них есть заинтересованные фанаты, свой чемпионат мира и призовой фонд $3 миллиона на 2020 год. И один из самых известных игроков на этой сцене — Курт Феннек. И сказать, что EA и Курт не ладят, это было бы большой недосказанностью. На протяжении многих лет он открыто критиковал EA за вектор развития игры. Я писал длиннющие статьи на их тупых бета-форумах, в которых объяснял, что будет, если убрать, например, лишние движения нападающих. Дриблинг. Какой дриблинг? Этот конфликт между EA и Куртом стал накаляться в ноябре 2019 года, когда его дисквалифицировали со всех турниров, спонсируемых EA, после угроз в сторону других игроков и работников компании. И мы еще вернемся к этому чуть позже. И сейчас, после долгих лет конфликта, EA пошли на жесткие меры и 24 февраля полностью запретили ему доступ ко всем сервисам и играм от разработчика. Итак, что вообще случилось? Курт давно был громогласным насчет EA, и в какой-то момент это стало частью его образа. С его точки зрения, игра с багами, искусственный интеллект абсолютно нереалистичный, и EA вообще не хочет слушать отзывы людей. Но главная его претензия, что FIFA не готова стать киберспортивной. Соревновательная FIFA, киберспортивная FIFA, как хотите ее называйте, официально умерла. Да, игра отвратительна, да, игра не подходит, чтобы стать киберспортивной на 100%. И не только он такого мнения, некоторые игроки тоже выражали недовольство тем, как EA управляет данной франшизой. Просто Курт немножко громче, чем все остальные. Это не первый раз, когда критика Курта перешла черту. В октябре 2018 года они уже банили его от соревнований на 2 месяца после личных угроз в сторону других игроков. Он отсидел этот бан, и несмотря на то, что он продолжал критиковать FIFA и EA, конфликт подутих. Перемещаемся в февраль 2019-го, когда Курт прервал послематчевое интервью. Погоди, мне по барабану, погоди, они ударили в мою сторону. Окей, Курт, возможно, но почему бы тебе не пойти сконцентрироваться на игре, и мы все на тебя посмотрим. Это всполошило комьюнити, и Курт сделал даже видео об этом, о том, что EA не хотела показывать его игры или давать микрофон ему после победы. Наконец-то, моя игра на стриме, и их сломанная игра теперь смотрится отлично. Каждая игра, которая была на стриме, проигравшему давали микрофон, мне же нет. Я всего лишь хотел пообщаться с народом, я просил, мне отказали. С точки зрения EA, можно понять, почему они не давали ему микрофон. И вот здесь начинается лютая дичь. После окончания игры Курт начинает оскорблять соперника, говорит гадости об EA и затем плюет на их же брендированный шарф. Меня хрен победить, даже в такой херовой игре. Пошли к черту, EA. Я не буду играть. Прямо в центр логотипа. И вот этот момент, видимо, довел EA забанить Курта со всех турниров. В заявлении Electronic Arts говорит, что они давали ему множество возможностей, но из-за того, что он продолжает критиковать и вульгарно себя вести во время матчей, именно это повлияло на решение забанить его соревнований. Естественно, Курт был в ярости от решения и написал длинный пост в Твиттере и вдобавок сделал видео в защиту своих действий. Итак, на этот момент это второй бан Курта и третий уже не за горами. Когда пришли новости о самом бане, у нескольких людей, которые работали над FIFA, в том числе специалисты по связи с общественностью, сломали их аккаунты в Твиттере. Некоторые взломанные аккаунты делали посты в поддержку самого Курта.
Это был ноябрь. Но буквально на прошлой неделе, когда Курт получил третий бан после уже удаленного видео, где Курт уже переходил на личности сотрудников компании. Истинная причина. Было видео, которое было полторы недели назад, про некоторых специалистов по связям с общественностью, где я сказал именно про одного менеджера. И назвал его задницей, некомпетентным, пустой тратой спермы. Эти же люди, о которых он говорит в видео, именно их аккаунты были взломаны. Окей, понедельник, 24 февраля. EA выпустил пост в Твиттере, где сказано о пожизненном бане Курта. Аккаунт, которым он владел в течение 10 лет, почти сейчас. И самая важная часть заявления. Дальше цитата. Курт продолжает писать гадости и угрозы в сторону сотрудников EA и других игроков в соцсетях, и он призывает других заниматься тем же самым. Его сообщения пересекли черту и перешли персональные атаки и нарушение условий для предоставления услуг. Мы не поддерживаем данного поведения, и в итоге аккаунт Курта будет забанен в доступе к нашим играм-сервисам из-за многочисленных нарушений. На основе того языка, который использует EA, Курт не может играть ни в одну игру от разработчика. И по сути, одним заявлением они убили его карьеру. И нетрудно понять обе стороны конфликта. Курт говорит, что он ничего не сделал, он не нарушал правила EA или условия пользования. И это огромная проблема, потому что FIFA для него целая жизнь. По мнению EA, человек постоянно критикует твою игру и угрожает твоим сотрудникам. Это проблема. И есть явно в правилах пункт о том, что ты не можешь плеваться на их собственный шар. И по факту это их наказание, которое они могут вполне аннулировать. Большое спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, комментировать, включать колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. Если вы хотите поддержать канал рублем, ссылка на Donation Alerts будет внизу в описании. И до новых встреч. Всем пока.